навстречу тайнам спешат отчаянно. Утки каждый день другого ярче. Утки ловят день своей удачи. Утки и как бы ни был путь опасен, его итог всегда прекрасен. Надо лишь расправить крылья. Утки привет, это Семен Пыхтеев и канал Board Games Video. Мы рассказываем про настольные игры. И сегодня у нас обзор настолки «Утиные истории. Улетное приключение». В этой игре вы отправитесь в полет на самолете «Метеор» на поиски сокровищ. Главная фишка игры — тайные роли. Вам предстоит убедить остальных лететь именно туда, куда нужно вам, при этом стараясь не выдать свои истинные намерения. Рассказываем про игру за 60 секунд. «Утиные истории. Улетное приключение» — это игра для семьи или компании друзей, в которую можно играть без опыта настольных игр. Каждый игрок здесь получает тайную роль — искателя приключений, растяпы или путешественника. В зависимости от этой роли, для победы ему нужно, чтобы в общем ряду были выложены 3 карты сокровищ, 3 карты скал или просто 15 любых карт. Каждый раунд игрок с карточкой штурвала становится пилотом. Все другие игроки тайно выкладывают по одной карте с руки и отвечают на вопрос, что нас ждет впереди. Они могут говорить правду, хитрить, объясняться намеками или откровенно блефовать. Главное — убедить пилота выбрать карту маршрута, которая им выгодна. После того, как карточка выбрана, она выкладывается в общий ряд и применяется ее свойства. Невыбранные карты идут под низ колод игроков, а после все, кроме пилота, добирают карту из своих колод. Ход и карта штурвала переходят к тому, кого выбрали штурманом. «Утиные истории. Улетные приключения» — это в первую очередь разговорная игра, в которой вам понадобится умение вводить заблуждение и, наоборот, распознавать блеф. При игре с юными игроками она превращается в очаровательный поток воображения, потому что им гораздо интереснее просто придумывать истории, нежели победить в партии. Механик на картах совсем немного, ровно столько, сколько нужно для того, чтобы задать тон и русло для игры. Подводя итог, это быстрый разговорный филлер в декорациях культового мультсериала. В нее не нужно учиться играть, просто садись и начинай партию. Если вы фанат утиных историй, ну или ищете быструю, легкую, приятную игру, то улетное приключение подойдет. На этом все. Это был Семен Пыхтеев на канале Board Games Video. Подписывайтесь, жмите колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментариях, в какую игру и по какой серии утиных историй сыграли бы вы. Пока!